талии списать, как я вот так. А, хорошо. Ютуб хочу так снимать. У тебя нет своего канала. Сня, молчи. Тут ерунду всякую не снимаешь постоянно. Там что-то интересное, где-то увидел что-то интересное, не4 на встречный. Куда у вас муж поехал? Я попрошу. Куда ему еще то ехать? Ну сып. Можно сидеть. Можно сидеть. Опять начинает меня слушать. Заколебал. Я точно не слежал. Thank you.
Семья нас снимала на камеру. Вон камера. Мне тоже хочется сделать. Шаишь. А мне вот и там хочется. Так, Семён, стой там. Сейчас телефон заберу. Макар, убирай телефон. Да видел, я снимаю поездку. Хватит. Блин, да мне постоянно мешают зафотографироваться, снимать, блин. А как так чистить дорогу? Нас только тролик, дурак. Опа. Нам сядь, можно сидя снимать. Да а мне не удобно. Места нет вообще, что ты снимаешь? Делай здесь, бери в минус, сделай, дай помогу, дайте помогу. Что, вы сюда нужно? Нет. Куда? Дурак, у тебя телефон так упадет. Держи телефон. Ага, не видно, смотри. Так, впереди все с билетами. Куда можно издалека? Макар, убирай телефон. Куда я? Сима, хочешь, я сниму и тебе отправлю видео. Хочешь? Я тебе отправлю вайбер. Семён, я сам тебя отправлю. А я папе. Не минуты покоя. Ваня еще раз сниму. Нет, все, убирай. Мама, он сбежит, и так не дам.
Ничья. Школьный лагерь.
Не, а школьный лагерь ты не во все месяцы, только в два. В нашей школе там есть. Там что у учителей 45 дней и отпуск. Календарный. Извините, а спереди сможете открыть дверь? Да, по-любому, нам тоже через одну выходить, мы туда не попремся. Не-не, еще сиди пока, сиди. Откройте, пожалуйста. Спасибо большое. Подожди, сейчас папа придет. Просто дядя кулы. Еле удержала. Я думала, что это уже все. Выйдешь за автобус. И бросишь. Да все, сейчас вот. Все, выключай, сейчас все, выходим сейчас. Вырубай. Ну, до остановки доедем, вырублю. Аж прям до остановки. Как ты бросился вообще? Прям подбросок нам, брат. Сема, тебя точно не интересно. Вот у тебя точно не интересно. Когда я вышел утром, ты был дождик или снег? Я когда вышел, был ливень. Еще какой снег. По тротуарам было смешно идти, все проседает. Это побольше будет. Ну прям, да, пока. 9.30. Ну, выключай, что ли. Осторожней, тут же тяжелее. Все, держись. Сень, куда полез? Стой. Сейчас стой. А куда у них вообще? Да все, мы сейчас уходим. А ты что, дальше что ли? Да погоди, Семё, молчи. Вот видишь, какой снег. Ну да, вообще. Как ты видел, сорвал? С Макаром не бывало. Аккуратно, сейчас дверь здесь вовнутрь. Сейчас я попрошу открыть. Откройте, пожалуйста.